19 июля в городском парке в честь празднования Дня города и алмазодобывающей промышленности Ассамблея народов организовала фестиваль круговых танцев. В рамках него представители разных общин познакомили жителей алмазной столицы со своими народными танцами. Мир, дружбу и согласие несет за собой Ассамблея народов города Мирный, в состав которой входит более 20 общин. Так представители молдавской, бурятской, украинской, белорусской, киргизской, казахской и корейской общин показали свои народные танцы и позволили всем гостям мероприятия принять в этом активное участие. Россияне у нас многострадальная, большая. И очень много народностей живут в России. Но нас очень много. Мы разные культуры, разные обычаи, разные вероисповедания. Вот поэтому вот эта ассамблея народов, именно смысл, дружба народов. Между нами должна быть сплоченность, равенство, дружба, мира и согласия. Задумка организовать такого рода мероприятие, на котором участники общин смогли бы показать свои национальные танцы, была у них давно. И День города стал отличным поводом воплотить ее в жизнь. Хотя собираются вместе на различных мероприятиях, они далеко не впервые. Для них это все не вновь. Это не вновь собранные люди. Это люди, которые часть жизни у них проходит вот именно в этом направлении. Задумка у нас это живет очень давно. Мы пробовали уже несколько раз, чтобы людей расшевелить вот к таким танцам. Одна из самых активных гостей фестиваля – Валентина Каритная. Как признается, такие встречи помогают сплотить всенародности, проживающие на территории алмазной столицы. Такое мероприятие обязательно должно быть на всех праздниках, чтобы люди собирались, все народности, которые проживают в городе Мирном. У нас их очень много, всех народностей. Вот ассамблея народа, только 22 общины. Вот сколько народностей проживает в Мирном. И такой праздник обязательно должен быть, обязательно. Организаторы фестиваля пообещали, в таком формате национальных танцев соберемся снова. В следующем году-то уж точно. Алина Нечаева, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край».